Картина Малевича «Супрематизм» из собрания Ивановского художественного музея отправилась в Иерусалим. В Израиле устроили крупнейшую экспозицию русского авангарда, представив работы от Малевича до Кабакова из ведущих собраний России и Европы, а также частных коллекций. На небольшом холсте, вот в этом белом, на белом фоне, который Малевич трактовал как бесконечное белое пространство, вселенная, как такое белое безвесие, невесомость. Вот в нем парят цветные плоскости, цвета формы, квадрат, трапеция, прямоугольник, полосы. И вот я иногда думаю, что сейчас вот во время современных уже технологий это можно, допустим, попытаться перевести в формат 3D. И это было бы смотреть вот очень интересно, да, вот это вот движение, их перемещение. Интересно, что в собрание нашего музея работа попала в 1929 году из Третьяковской галереи, как и ряд других эталонных произведений художников авангарда, которые сейчас можно увидеть в постоянно действующей экспозиции. Однако много десятилетий авангард был не в чести, работу не экспонировали, и только в 80-х началась новая жизнь. Наш Малевич, наша супрематическая композиция, которая за последние четверть века попутешествовала уже очень и очень много по всему миру, по самым-самым, так сказать, престижным, да, и важным и музейным центрам, да, ну, ликвидировал, может быть, еще один какой-то пробел, да, на этой карте мира, и вот, и, ну, в общем-то, открылась, да, для зрителей еще вот в таком вот интересном регионе, как Ближний Восток. Для художественного музея участие в подобном международном проекте особенно значимо, ведь в феврале по всему миру будут отмечать круглую дату – 140 лет со дня рождения Казимира Малевича. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.